Вот еще у нас один мальчик. Мальчик голый. Мальчик Фрэнсис. У него этот мальчишка без груминга. Вот у него ремень. И голые бока и голый живот. Вот что, видно его зарост. Сейчас начали появляться темненькие пятнышки. Вот. Нос прокрасился почти, губы начали прокрашиваться. Вот этот мальчишка — это копия бабушка. Альфа Лаваль персона VIP. Очень хорошая анатомичная сука. Мальчишка очень красивый, спокойный. Он такой. Все детки небольшие по размеру. Прям этот самый маленький. Хороший формат. Мальчик очень интересный. Широкие челюсти. Ну, зубов, естественно, еще нет, потому что вчера нам был месяц. Мы еще первую мини-днюшку отметили. Вот такой у нас мальчик. Красивый мальчик Фрэнсис. Фрэнсис Коппола. Ну, не Фрэнсис Коппола. Почти Коппола, но так он Фрэнсис. Да, будем смотреть, как он будет расти. Красавчик наш. Вот она. Ушко одно. Темненькое. Да, как у бабушки, а остальное беленькое. Вот она и красавица. Покажите нам носичку, пожалуйста, еще раз. Вот.